Доброе утро, Израиль! Мы продолжаем наш утренний эфир на дворе четверг, на календаре 16 июля. Напоминаю, если вы только что проснулись, мы продолжаем общаться с нашими сегодняшними гостями. И на этот раз к нам на зеленый диван зашли люди, которые очень красиво танцуют. И они нам очень, очень много, мне кажется, расскажут о латиноамериканских танцах. Потому что у нас Дори Скальт и Алекс Эткин в гостях. Здравствуйте, доброе утро вам! Доброе утро! И вы профессиональные танцоры, танцовщики сальсы. Пока все верно. Да, расскажите да. для начала, как давно вы занимаетесь этим прекрасным видом искусства? Я танцеваю 10 лет, 13 лет, а вместе 3 лет. 3 года. Да. А, Александр, как, хорошо? Да. Да, тоже с 2001 года примерно. Мы вместе с 2010 года. Что-то такое. Да. А почему именно сальса? Чем привлек вас этот танец? Замечательный, на мой взгляд. Дори у нас начала с фигурного катания. А, правда? Да. В Израиле? Да. Вот, значит, есть у нас фигурное катание. Да, есть. Yes. Будет еще круто. А я, так как мальчишка в 17 лет, начало. Девочки, конечно же. Так, красивые. Да. Так сразу в сальсу. И оттуда с первого-второго раза уже сразу. Это нравилось. Ну, этот танец такой зажигательный, но говорят, что только открытые люди могут исполнять хорошо этот танец. Так ли это? Я думаю, что все могут танцевать. Правда? Да, конечно. Ну как все? Смотрите, я скажу, что в детстве меня давали на бальные танцы, там были разные стили. И ко мне через месяц подошел преподаватель и сказал, что мне лучше поискать себя в другом виде. Единоборство или искусство. Дело в сальсе, что сальса — это народный танец, латиноамериканский танец. И он построен для всех, для публики. Там танцуют с маленьких лет каждый танцует. Видимо, это в крови еще должно быть. Да, и нету школы, которая говорит, вот вы должны вот так вот. А ты танцуешь изнутри. И это то, что красиво в сальсе, что есть место всем себя показать. Да. Давайте посмотрим, как вы это делаете. Давай. Вау, сколько энергии, сколько радости. Совершенно потрясающе. Вы живете, не жизнь, а праздник. Я потанцевала. На самом деле Юля потанцовывала тоже здесь неплохо. Ребята немедленно пригласили ее прийти танцевать. Каждый может взять и прийти? Конечно. Да? Каждый желающий может прийти, взять несколько уроков и получить удовольствие. Во всех школах Израиля по сальсе вы приходите на вечер. А подготовка какая-то? Вы сказали, сразу видно по Юле, что она танцевала. Ну, она так. То есть надо вот так прийти и все. И все, и тогда ты проходишь на эстентрой. В ближайшие выходные очень интересное мероприятие будет проходить в Тель-Авивском музее. Да. Расскажите об этом, почему в музее, что это такое? Это первый раз, что в Израиле есть конкурс, большой конкурс израильский по сальса, бачата и кизомба. Три вида. Это разновидности сальса все? Это разные танцы, но... Это латиноамериканский танец. По большому счету, да. И там будут те, кто выиграют первые места, они будут создавать израильскую группу
в Штаты на мировой конкурс. А, то есть там будет формироваться сборная? Да, да, да. Да. То есть в Майами отправятся звезды, которые хорошо покажут себя, проявят вот да. В Тель-Авивском музее. Приедут пары только из Израиля или все-таки будут приглашенные? Да, это израильский конкурс. Ну, чтобы потом в Майами. А что для вас лично этот конкурс означает? Это какая-то часть, ступенька к мечте? Что? На этом конкурсе у нас есть две точки. Самая первая точка — это первый раз, что мы готовим пар, готовим наших учеников на этот конкурс. И это настолько другое. Не выступать мы, а... Вы не будете принимать участие в конкурсной программе? Нет. Только ваши ученики будут. Что для тренера это, в принципе, мечта, чтобы ученик добрался до такого большого всемирного конкурса, как, например, тот, который в Майами планируется. Да, мне хотели, но я не могу, почему я... Выхожу замуж. Да. Поздравляем! Поздравляем! Это, конечно, очень серьезнее даже, чем конкурс Майами. Да. И мы не могли... Да. Не могли тренироваться, просто потому что надо было к свадьбе готовиться. Это же совершенно понятно и логично. Но на свадьбе тоже есть свадебный танец. На свадьбе проявите себя и станцуйте как положено. А вы берете уроки первого танца? Буквально у нас осталось 20 секунд. Вот несколько пожеланий вашим ученикам, которые представят вас в том числе на этих соревнованиях. Мы хотим пожелать не только нашим ученикам, а вообще всему конкурсу, кроме удачи и успеха, выдать что-то из себя, танцевать для себя. Потому что когда танцуете изнутри, выходят те чувства, которые... Которые невозможно иначе добиться. Спасибо вам большое, Дори, Алекс. Удачи вам большое. Удачи во всех сферах жизни. Да, мы продолжим далее. Сейчас наш очень позитивный утренний клип с участием наших зрителей, которые дают свою жизнерадостность с утра и говорят «Доброе утро, Израиль!», затем отправляют нам эти видеосюжеты. Мы из этого создаем такой утренний веселый, замечательный клип. Давайте посмотрим и вернемся к нам в утреннюю студию.